Здравствуйте, друзья! С вами на связи Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. В этом видеообзоре хочу рассказать вам про новый инвестиционный проект, называется Лазур. Это не совсем обычный инвестиционный проект, здесь якобы происходит облачный майнинг и не обязательно даже что-то вкладывать. Здесь есть различные тарифы, как мы видим, есть даже вклад $0, и при этом вы будете все равно получать 1% в день дохода. Только 1% от какой суммы неизвестно. При вкладе в $1 1,5%, $5 2% и так далее до 7% в день. Это якобы официальная компания, которая зарегистрирована в Великобритании и которая уже давно занимается майнингом облачным. С сайтом можете ознакомиться самостоятельно. Я сейчас зарегистрируюсь и сделаю вклад. Попадаю в личный кабинет, панель майнинга. Здесь есть. Давайте запустим в долларах. Можно купить мощности, чтобы зарабатывать больше. Купим за $5. Оплачу с помощью Payeer. Вывести средства можно, начиная с 50 центов. Итак, мощности я купила. Майнинг облачный запущен. Теперь я вернусь сюда через несколько дней, когда наберу минимальную сумму для вывода и попробую вывести эти средства. Итак, наконец-то насобиралось 50 центов. Теперь я могу вывести средства. Выбрать нужную платежную систему. Payeer. Сумма к зачислению меньше, чем у меня есть. Есть некая комиссия. Введу номер Payeer кошелька. Отправлена в очередь на обработку. Срок обработки до 24 часов. Приостановлю видео, потом вернусь к вам и посмотрим, получу я деньги или нет. Итак, прошло буквально несколько минут, и деньги мне пришли на Payeer кошелек 50 центов. Долго ждать не пришлось, и поэтому по состоянию на 26 апреля 2019 года проект Лазур деньги выплачивает. Правда, мне пришлось ждать очень долго, пока накопилось 50 центов. И так как я внесла $5, то 50 центов мне пока вернулось, я пока в минусе. И неизвестно, сколько будет работать этот проект, успею ли я вывести хотя бы назад свои $5, либо же ничего я не успею и еще и потеряю средства. Поэтому не могу вам советовать данный сайт. Лучше пользоваться проверенными методами заработка в сети и зря не рисковать. С вами на связи была Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. До новых встреч!